как вы себя чувствуете, Тамара Михайловна? Спасибо, конечно. Люди очень много людей, очень здорово нам помогали с самого начала. Потому что когда я очнулась, было уже ночью очнулась около автобуса. Когда опрокинулась, я спала. То есть у меня был юноша пожарный, потом из МЧС были люди. Вот врачи потом были. Ну, первая мне нашла девушку, знаешь, она звала на помощь. Вот. И все помогали. За вами ухаживает Тамара Михайловна. Ага. Я очень благодарна профессионалам медицинским, потому что здесь очень хороший уход. Каждое утро нас буквально полностью помывает, всех моет, да. Потому что лежать тяжело очень. Если нет свежести в теле, то очень трудно. Девочки с нами ухаживают, все моют, все поправляют, поднимают или опускают кровать, воду подносят. То есть постоянное внимание. Очень благодарна. И врачебные обходы очень такие серьезные. Каждый день происходит, они обсуждают наше лечение. Ну, все. Спасибо большое всем. Ага, а как вы? Вы приехали, вот как у вас было состояние сюда? Ну, состояние какое? Ну, какое-то такое, такое болезненное, все в тумане, потому что голова, там гематома голова, чуть полусознательное состояние находилось. Вот, ну, не болезненное, потому что просто полностью переломы. Вот. Сразу подключились все системы, вот был кислород, то все капельницы были. Вот ингаляция постоянно делают, постоянно каждый день делают рентгены, наблюдают для нашего состояния. Спасибо. Капельница очень сильная такая, люди очень внимательны к нам. Вот. Спасибо. Значит, тут нужно вылечиться быстрее в таком отношении. Вообще, когда я себя увидела, вот при свете, то одежда была ужасная, и джинсы, это была какая-то мешная грязная тряпка, и все тело было покрыто пылью, вот, ну, с царапами, в синяках, естественно. Вот, но они нас обработали и увезли, подготовили к операции, сделали первую необходимую помощь, сказали. И привезли уже сюда, в реанимацию. Вот здесь, да. Ну, в дальнейшем. Так, все будут с нами делать лечебное. А вот будет праздник, День медицинского работника.